Долгие годы на таких художников, как Мане, Дега и Ренуар, нападали пресса и публика, их искусство не воспринимали. Но затем появилось новое поколение коллекционеров, и вскоре они уже сражались между собой за возможность приобрести произведения мастеров, совершивших революцию в живописи. Среди этих визионеров был датский бизнесмен Вильгельм Хансен. Историю собирателей его коллекции рассказывает фильм «Датский коллекционер» от Делакруа до Гогена. Он открывает цикл арт-лекторий в кино в художественной галерее в этом году. Мы обязательно прогуляемся по французским улочкам, по Парижу, потому что импрессионисты – это те художники, которые писали, которые вообще внесли в искусство будний день. Радость буднего дня, радость выходного дня, радость прогулки, радость свежего воздуха, впечатление от моря. Фильм рассчитан на лиц старше 12 лет. Арт-лекторий в кино – это уникальная возможность прикоснуться к истории искусства в кинозале художественной галереи. В рамках проекта саровчане могут познакомиться с лучшими документальными фильмами о художниках и направлениях в искусстве, посмотреть крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране. Помимо арт-лектория, художественная галерея предлагает зрителям и другие направления. Год мы начали цикл по урбанизму и архитектуре. Два фильма мы уже показали. И последний фильм из Urban Dog, из вот этого фестивального показа, мы покажем 31 марта. Мы уже успели посмотреть балет. Мы посмотрели балет «Драгоценности». И впереди у нас в мартовской программе 17 марта будет «Лебединое озеро». Билеты можно приобрести в кассе художественной галереи. Посетителям обязательно быть в масках. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.